Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня нашел для вас очень и очень хороший проект, который дал уже десятки, тысячи процентов заработать людям. И в перспективе, друзья, здесь можно еще также зарабатывать, потому что появится стейкинг, свап, также лотереи будут. Данный проект называется AstraSwap. Если мы перейдем в Medium, здесь у нас есть статья по поводу этого проекта, также есть все официальные ссылочки внизу. И вы можете также все ознакомиться с этой информацией самостоятельно, эти также ссылочки будут в описании под роликом. Это первая в истории DEX, построенная в сети Cardano, да, которая гарантирует, что при торговле вы достигнете новых границ. Он создан с помощью Брузила и поддерживается командой Vagiswap, на которой также у меня уже был обзор, также иксовый проект, который дал заработать, если не ошибаюсь, 87 иксов. Данная площадка скоро запустится, буквально неделю уже можно использовать ее, также можно будет стейкать уже свои токены, купленные на PancakeSwap, да, потому что у нас есть также эти токены в BSC на Binance Smart Chain, там уже холдеров примерно 11 тысяч. Цена сейчас этого токена составляет 21 цент. Давайте посмотрим, что в избранное добавили уже практически миллион человек, но также можно сказать, что добавляли, потому что участвовали в аирдропе. Вот у нас еще 12 часов и можно получать в аирдропе, получить бесплатно этих токенов. На аирдроп выделено 1% от общего сапплая. Видим, какая у нас хорошая динамика, как у нас хорошо держится сейчас цена. И давайте откроем весь график. Видим, что у нас в принципе листинг был совсем недавно и цена сильно не проваливалась, она держится на одном уровне. Опускаемся ниже, давайте также посмотрим рентабельность инвестиций. У нас составляет 21 000%. Друзья, просто вдумайтесь, сколько можно зарабатывать на таких проектах. Нужно участвовать в вайтлистах, участвовать в IDO в таких проектах, и можно зарабатывать просто баснословные проценты. Можно разбогатеть даже на одном уже IDO. Открываем, смотрим, где торгуется данный токен. Это у нас PancakeSwap, практически 15 миллионов оборот, а также есть Dodo. Обороты действительно поражают, очень большие, очень большая ликвидность. Давайте откроем теперь DEX Tools и посмотрим, что у нас там, какая у нас там статистика. Сильный рост, сильнейший памп, а большие объемы, сейчас объемы уже поуменьшились. А видим, у нас Total Liquidity 3 500 000, это отличная ликвидность для хорошего топового проекта, друзья. Обратите на это также внимание, у нас уже суточный объем практически 14 миллионов, данные немножко отличаются, но это в принципе нормально, да, запаздывает где-то информация. Холдеров уже вот больше 11 тысяч, market cap 50 миллионов, друзья. Очень хороший топовый проект, большая ликвидность, видим, что топовый проект, действительно хороший. У них также много подписчиков уже в Твиттере. Здесь есть все официальные ссылочки, переходите, также ознакомьтесь. У нас CoinGecko, CoinMarketCap, PancakeSwap, также DEX Tools есть. Отлично, проект зашел людям. Большие объемы, большие вливания в него уже вкидываются. Также у нас уже есть ретвит от Бен Армстронг. Это также известный человек. Вот он также делится информацией о данном проекте. И видим, что данный проект действительно привлекает внимание от топовых блогеров. Видим, что IDO проходило на Adapad. Причем оно прошло очень успешно. И я всех поздравляю людей, которые покупали, участвовали в IDO в данном проекте, потому что иксы здесь просто баснословные. Видим, что у нас 12 миллионов оборот за 8 часов. Также у нас трейдинг DEX Tools Up. Также CoinGecko уже был листинг. И 800 тысяч долларов отправили уже в пул стейкинга, который за 8 часов насобирал такую большую сумму. И стейкинг заработает буквально через 7 дней. Уже можно будет зарабатывать на этих токенах, стейкать и зарабатывать дополнительно. Также бьет все рекорды по рейтингу, да, видим уже AstraSwap 606 позиция, также опережает другие топовые проекты по рекомендациям, по запросам. Это вы можете наблюдать в их твиттере. Поэтому, друзья, также подписывайтесь, ознакомьтесь, проект действительно стоящий. Советую вам к нему присмотреться, но это, друзья, уже на ваше усмотрение. Я просто делаю обзор, а решение уже за вами. Но, как по мне, проект действительно стоящий, стоит здесь вникать, разобраться в нем, чтобы зарабатывать в дальнейшем. Все ссылки оставляю в описании, переходите, ознакомьтесь. Давайте попадаем на сам сайт. Сайт у нас пока что еще не запустился в полной мере, да. Вот здесь у нас будет стейк coming soon, также свапка и лотереи. Здесь зарабатывать на лотереях, а также на стейкинге. Здесь также партнеры Vagiswap и Брузила. IDO проходило на Adapad. Видим, какая у нас была начальная цена 0.201, а сейчас у нас составляет 21 цент. Total supply вот такое большое количество. Сейчас, друзья, в обороте находится чуть больше 20%.
Также видим, какие у нас идет распределение. Эта команда себе оставляет 12%, Advisor 6%, Liquidity 10%, экосистема 10%. Есть еще на стейкинг, какие большие проценты выделены, друзья, также стоит это отметить. И мы можем наблюдать из этого, то у нас будет долгосрочный проект. Мне кажется, должно быть все довольно-таки успешно, потому что это первый DEX. Также приват сел 10%, адапад 2% и airdrop 1%, в котором вы еще можете сейчас поучаствовать. Переходите на CoinMarketCap, Overview. И у нас еще 12 часов, чтобы поучаствовать, получить бесплатно. Ну, конечно же, здесь конкуренция большая, потому что вы избраны и поучаствовали в этом аирдропе. У нас 974 тысячи человек. Довольно-таки большой ажиотаж вызвал этот проект. Так что, друзья, все ссылочки в описании, переходите, ознакомьтесь. А на этом у меня все. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии, что вы думаете о данном проекте. Также подписывайтесь на мои социальные сети, это YouTube, TikTok, Telegram. Всем, конечно же, профита, друзья. До скорых встреч. Пока-пока.